вновь какую-то комбинацию задумывают. Ну, здесь все просто. Скидка, подача на ближний удар. Буфонище! Чудовищное буфонище! Не сумел с двух раз выручить свою команду. И я сейчас убегу из комментаторской, потому что это невозможно комментировать. Как можно такие мячи отбить два раза? Ювентус, контратака. Если сейчас Ювентус сравняет счет и почти сравнивает. Сумасшедший момент. Когда вы вспомните еще такой сейв два раза с линии ворот, Буфонище, Бунтари гол забил. Был гол. Был гол, судья этого не видел. Но все равно Буфонище, объятище, футболище.